Звуковой сигнал предупреждает водителя пожарной машины о необходимости снизить скорость во избежание переворачивания. Такие машины переворачиваются гораздо чаще, чем мы думаем. En nuestro caso es fácil que un camión de bomberos vuelque porque tenemos el centro de gravedad alto y además en muchas ocasiones durante las intervenciones lo llevamos al límite. Чтобы предупредить переворачивание тяжелого транспорта, пожарных и военных машин, тракторов и так далее, компания ДТА, Кордовский университет и правительство Андалусии участвовали в создании InCliSafe – электронного прибора, контролирующего устойчивость таких машин при движении. Lo que analiza es a qué velocidad va, a qué inclinación se puede encontrar, cuál es el estado del terreno y todo eso a través de un microprocesador y un algoritmo que es realmente lo que nosotros hemos inventado, analiza toda esa información y lo traduce en un índice de estabilidad. Для этого в кабине машины устанавливаются эти два прибора. Через звуковой и световой сигнал система предупреждает водителя об опасности переворачивания. Pues esa frecuencia del sonido del pitido va aumentando en función del riesgo y la alarma luminosa va desde verde hasta rojo. В настоящее время прибор включен в каталог НАТО. Он был установлен на 110 бронетранспортерах вооруженных сил Испании. В ближайшее время система против переворачивания будет установлена на машины Мадридского пожарного депо.